Oh, summer. It sounds good right now after what we just experienced, doesn't it? Лео заснул измученный и пораженный распутством Карлы, который... Аркаш, я так люблю тебя! Чё? Ну ты, конечно, вообще не романтичный. Оргазм у девицы так же редок, как комета на небе. Любовь. Only you. Отойди от плиты. Я приготовлю для тебя что-нибудь горячее. Ладно. Аркаш, чем пахнет? Мой пожар души ничем не потушит. Аркаш, горит же все! Ты такая горячая. А ты такой дебил. Что? Эти руки не созданы, чтобы готовить. Они созданы, чтобы ласкать тебя. Или себя. Любовь, а что ты делаешь? От хлама избавляюсь, буду выбрасывать. Так. А если там что-то нужненькое? Господи, Аркаш, ну посмотри, если что-то нужное, оставь, остальное выброси. Смотрю. Ну вот же, сразу! Пустая коробка от моих первых кет, ты что? Светильничек, мой любимый, как я без него спать буду? Набор кисточек, она серьезно? А если вдруг я решу порисовать? Мои ежедневники! Я их, между прочим, с третьего класса вел! Шапка, серьезно? А что я буду делать, когда я полысею, а? Хочет выкинуть меня в миниатюре? Она с ума сошла, что ли? Это же дилетант, 23-й номер! С каких пор Дед Мороз это хлам? У нас что, последний Новый год был, что ли? Тоже понадобится, а если мне нос разобьют? О, Любна. Это что? Хлам. Ты ж хотела выкинуть. Аркаша, остальное! А все остальное нам надо! Моя вишенка. Ты мой сахарок. Ты моя пюрешечка. Ты моя колбаска. Ты моя курочка. Ты моя сарделька. Ты моя рыбка. Ты мой пирожок. Ты моя сметанка. Ты моя маслица. Ты мои пельмешечки. Ты мой кетчуп. Ты мой кексик. Ты мой наливной огурчик. Ты моя зефирка. Ты моя конфетка. Ты моя печенька. Ты моя... А, затупила, дура, ты идешь в магазин, а ты проиграла все. Дебильная игра. И ты дебил. В магазин иди. Список давай. Только что обсудили. Помидорки, вишенки, пюрешку, иди давай. Дебил. Проиграла еще, чуть не довольна. Аркаш, ну ты же обещал посуду вымыть, ну иди мой. Всем привет! Это инструкция по выживанию в браке. Если вы не хотите мыть посуду, просто воспользуйтесь моим советом. Аркаш, ты осколки убери и пол заодно вымой. Берем тряпку, хлороформ и моем пол. И моем пол! Все, чтобы ваша супруга была счастлива и довольна. Пол с хлороформом, самый чистый пол. Банантик. Читать, чаёчек не сделай. Сам сделай, у нас равноправие. Ходите. Я на прослушивание в группу «Мохито». В лунном сиянье снег серебрится. Так на меня в молодости похоже прямо. Ты что, меня взяли? Ты сдурела, что ли? В молодости такая прошманде была, меня с каждой караоке высвистывали. Марш отсюда. Сразу нет. Во-первых, ты страшная. Во-вторых, сисек нет. Куда ты без сисек-то? Ну, вообще-то я парень. Ух, ты же его твою мать! Страхолюдина какая! Ты должен круче и краше бабы быть.
А жоп ничего. Здорово, сосед, сверху. Ага. Так вот тебе нравится сверху? Хрень постоянно летит. А потом еще всю ночь вот это вот. Да-да-да-да-да-да-да. Есть травма? Да-да-да-да-да-да-да. Пошел вон! Конкурентов всех разогнала? Ну, ребят, немножко накинуть надо. Все-таки до колодки вынули. Че, давай, знаешь, на барабанах жарить. Дай бог каждому. Давай-давай, жмоться. Будешь знаменитая, накопишь на свои лабуты. Так, Аркаш, я ушла? Угу. Буду вечером. Люб, а давай собаку заведем? Какая собака? Мне тебя хватает. А я хочу собаку! Собаку хочу! Собаку! Собаку хочу! Собаку хочу! Собаку хочу! Собаку хочу! Кроссовок накупила, а собаку мне не хочет. Тупи тут накупила себе. Всего накупила. Меня ей хватает. Собаку она не хочет. Аркаша! Что? Собака! Собака! Тебе это пригодится. А что это такое? Что это такое? А почему только ему? Мне тоже пригодится это. Это что такое? Анатен, хочу, 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 хочу. Вот дебил. Это пить надо, это есть так. И мне это пригодится. Ничего не терял. Я специально все разметила. М. Майки. Б. Брюки. Л. Летние. Ха. Удобно же, Аркаш. Не знаю. Так, В. В. Вот. Видишь, разобрался в системе. Удобно же. Удобно. Что такое В? Ветровки. Правильно? Нет. В – это вещи, Люб. В – это вещи. Вещи в шкафу. Все. Вот. Люб, что случилось? Ничего, ничего. Люб, что такое? Ничего, ничего. Ладно, Люб, что случилось? Да ничего, я же говорю. Давай рассказывай, я же чувствую. Короче, Аркаш, я тут видела такое колечко, оно такое хорошее. Не надо слов. Любаша, а что у меня для тебя есть? Боже, это же то самое! Я же как раз его хотела! Теперь оно мое! Колечко! Творожное! Держи. Ой, боже мой! Я давно прохожу все время, думаю, хочу, не могу! И ты ударишь! Классно! А мне точно можно? Ты заслужила. Итак, я попала в больницу. Ой, здесь прям очень весело, и можно заняться чем угодно. Тут можно постоянно... Можно попялиться в окно, можно попялиться в телевизор, можно попялиться на соседа по палате. Чё пялишься? Попялись в телек. Здесь можно не следить за собой. Даже если у вас отросли усики, все равно никто не заметит. А если заметит? Итак, совсем. И все постоянно пишут. Тебе привезти что-нибудь? Пользуйтесь добротой людей. Привези мне, пожалуйста, новый iPhone. Вообще-то я болею. Это мое.